Всем привет, ребят, с вами снова Саид. И сегодня я вам покажу топ-5 оружия из Лего. И на пятом месте у нас стоит вот такой вот шокер. Чтобы его собрать, нам понадобится два рычага. Вот такая вот деталька, как молоточек. Для начала мы берем, ставим один рычаг вот сюда. Вот так. А другой рычаг вот так, как и другую. И вот такая вот у нас выходит штука. Эту вещь, я думаю, она похожа на шокер, но можете писать свои варианты в комментариях. Сейчас мы берем человечка, даем ему этот шокер. Да и все. Это реально оружие для лего-человечка. В следующем месте у нас идет щит из паутины. Чтобы нам сделать, нам понадобится вот такая вот деталька. Еще плитка 2 на 2. С одной пупорочкой в серединке. У меня круглая, но можете взять и квадратную. И паутинка, это главная часть. Можете вместо паутинки все что угодно вставить. Вот, мы должны поставить ровно вот сюда, чтобы она полностью вошла в эту дырку. И теперь дать это оружие человечку. Вот такой вот у нас получается паутиномет получается. А не щит. Пиу-пиу. Это у нас четвертое место. Переходим к третьему. Для следующего оружия понадобится только две детальки. И они выглядят вот так. Мы просто берем, зацепляем их друг на друга и все. Это уже у нас оружие. Даем в руки лего-человечку. И да, это как такой вот дробовик получается. Только он четверной. Вот здесь два и здесь два. Но мы приближаемся к второму месту. На втором месте, ребята, поставил арбалет из лего. Делается он максимально легко. Нам нужно взять два шипа вот такого вот молоточек, как в нашем шоке. Мы должны взять, засунуть эти крючки или кинжальчики, не знаю, как их назвать, вот в эти места. Точно так же, как и рычаги мы поставили. Правда, рычаги выглядят чуть-чуть по-другому. И вот такое у нас оружие, ребята, получилось. Съем в руку лего-человечку. Вот так. Только поровнее. Вот так. Вот это наш такой вот арбалетик. Это второе место. Мы приближаемся к первому. На первом месте, ребята, я поставлю самую настоящую базуку. Чтобы ее сделать, нам надо вот такой вот брик. 1-1, желательно круглый. Вот такая вот деталь, которая сама даже уже похожа на базуку. И вот такой вот рычажок. Чтобы нам ее сделать, мы должны соединить брик 1-1 с вот этой вот базукой. Вот так. Перевернуть ее вот так. Взять наш рычажок. Рычаг. Зацепить вот так, подвинуть вот так, и вот эта базука. Сейчас мы возьмем лего-человечка и посмотрим, как лего-человечек возьмет ее себе в руку. Вот так. Вот так, посмотрите, это рукоятка, это прицел, а это уже само дуло.
из которого вылетают пули. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Саид. Всем удачи и всем пока-пока.